Добрый вечер. Сегодня вы увидите необычный выпуск программы «Взгляд». Его даже можно назвать экспериментальным. Дело в том, что вот 10 часов назад здесь, в этой студии, кипели страсти. Сейчас здесь тишина. Когда передача закончилась, мы поняли, что повторить все то, что здесь происходило днем, когда передача шла в живом эфире на Дальний Восток и Камчатку, невозможно. Поэтому давайте посмотрим ее запись. Thank you.
И все, и жулики. Ну, над ними надо жестокий контроль. Копирайтер вот это дело раздражает ребенка. Куда ни пойду, на каждом шагу эти... Ну, купи, купи, купи. Это разве можно так? Никуда не сходить, ни в парк, ни в ВДНХ с ним нельзя сходить. Купи, купи, это где ж я ему денег наберу столько? Люди, люди, люди. Плохие, по-моему. Не нравится мне это вот. Вот это вот, не нравится. Портит эстетику.